Итак, всем привет. Сегодня у нас Ронни О'Салливан и Джа Трамп. Шанхай Мастерс 2017 года, финал, шестой фрейм, матч до 10 побед. Начал фрейм Ронни. Есть шар. С красивого дальнего удара начал атаку Джад, набрал 3-4 очка. Ошибся Ронни. Его Джад снова в атаке, правда тут не получился выход и придется отыгрываться. Seventy.
Непростой Ронни был вступительный удар. Тем не менее, шар забил. 25 очков и хорошая позиция. Правда, левый шар надо освободить в процессе серии. Ronnie O'Sullivan, 56. Foul and a miss. Ronnie O'Sullivan, 4. Foul and a miss. Ronnie O'Sullivan, 4, free ball. Хорошо, Ронни отыгрался, вынудил соперника играть от борта. Ронни воспользовался возможностью. Получил свободный шар и выигрывает фрейм. Ronnie O'Sullivan to break. После счета 7-0
Джад выиграл 2 фрейма. И вот началась новая сессия. 10-й фрейм. И в атаке Ронни сейчас сложный удар. Так, ну, видимо, самый сложный момент удалось преодолеть. Вышло он стабильно в течение фрейма. Течение брейка, то есть 58 очков, и похоже, что счет 8-2. И может быть сенчури. One hundred and five. 108.